Доброе утро, господа и дамы. У нас открылся вот такой ценорезик. Продукты написаны по низкой им стоимости. И мы его сейчас посетим. Вот так. При входе. У нас уже пошли новогодние подарочки, конфетки. Специи. Большое количество. Перец. Кетчуп. И все остальные такие продукты. Ну что ж. Чай. Цейлонский 350 грамм. Так. Кстати, я такой брала перец, и у меня благополучно сломалась у него крышечка. Мука. Так. Вода питьевая 9 рублей. От 9 рублей. Перчаточки. Угли. Там мясная продукция. Кашки перловые. Здесь у нас пельмешки, заморозка, рыбка. Вот такой большой магазин. Шарсы не хочу. 359 эконом люкс. Порошки. Жидкое мыло 1 литр 39 рублей. Так. В принципе, все как везде. Ну, по 10 рублей корм для кошек Лапка. Бери не хочу, называется. Ну, кошачьего корма достаточно много. Самая большая цена это в банках. В соусе корм для собачек. Свечи хозяйственные 29 рублей. Плед такой тохонький. Так. Стулья, веники, лопаты, ну, корм. Все для корма. Так, ну здесь ничего такого. И ни одного человека. И в зале один единственный человек. Это я ищу какой-то мужчина. Ну вот и все. Весь магазин. Всем добра, бобра и позитива.